Приветствую тебя! Ты наш новый ученик, верно? Меня зовут, вернее, звали великим мастером Ти. Учитывая мое нынешнее состояние, ты назначаешься верховным мастером Додзе. Поздравляю! После недавнего нападения клыков смерти нашей Додзе, мини-маркет выглядит не лучшим образом. Пора возродить его былую славу, но для начала тебе нужно освежить свои знания. Просветление. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы будем играть в новиночку, которая называется Kung Fu Clicker. Ребята, ее еще пока нету в Google Маркете, но разработчики мне дали шанс показать вам, что это за игра и чего от нее ожидать. Но скажу сразу же вам некоторые нюансы, что игра еще пока тестится, и, возможно, будут всякие виды изменения. В общем, ребята, официальная версия выйдет уже в сентябре. Ну, а мы с вами будем пока смотреть типа демочки. Так что поехали. Просветление. Ё-моё. Это наша Додзе? Да, действительно, не лучшим образом она выглядит. От меня в нынешнем состоянии мало прока. Но где-то тут крутилась моя внучка. Привет, меня зовут Кара. Дедушка предсказал твое появление, прежде чем выйти на свой последний бой. С твоей помощью мы сделаем это Додзе еще лучше. Давай начнем с азов. Использую золото, чтобы открыть зал спаррингов. Так, ребята, зал спаррингов. 100 золотых. Отлично. Этот зал приносит 2 золотых каждые 3 секунды. Ага. Улучши зал, чтобы привлечь больше учеников и получать больше золота. Так, хорошо. Мордобой. Так, улучшаем, да? А, я вижу, ребята, вот здесь вот у нас улучшение идет. Все просто, верно? Вообще-то бизнес не моя стихия, но ты, похоже, справишься. Важно вкладывать деньги в Додзе, продолжай открывать новые комнаты и улучшать имеющиеся. Так, кухня. Так, кухня, да? Тоже можно улучшить. Так, где у нас? Ага, вот у нас общий счет денег здесь идет. Можно улучшить. Смотри-ка, к нам явилась гадалка. Вы уже познакомились? Ну, вообще-то еще нет. Она утверждает, что может узнать твое будущее и наворожить тебе удачу. Вращение. Ну, давай посмотрим. Приветствую нового верховного мастера Додзе. Я знала, что мы встретимся. Хочешь узнать свое будущее на сегодня? А как ты думаешь, а, шарлатанка? Конечно, хочу. Давай. Вращать колесо. Ну, давай, вращать, будем вращать. Так, тебе улыбнулась удача. Поступление золота взлетят до небес на 2 часа. X3. Отлично. Действует 2 часа, действительно, ребята. Не забывай навещать меня, если нужно будет увеличить доход Додзе. Я тебя понял, гадалочка. Спасибо тебе большое. Ты мне удружила. X3. Так и стоит, действительно, ребята, на 2 часа. Так, ну а мы с вами... Ага, улучшить. У нас с вами с бабульками-то проблемы. Групповая закупка. Так, вот это мы с вами улучшим. Ой, какие проблемы, ребята, у нас 6000, а тут-то, ух, мы можем улучшать. Вот так-то вот. Так, столовая, ребята, у нас 240 тысяч, нет, 240 просто голды. Так, он, значит, у нас тут кушает, да? Хорошо, давайте улучшать столовку. Улучшим. А вот это что такое, ребята, а? Это, видимо... Так, подожди. А, все, понял. Это
увеличивается у нас, когда улучшается комната. Вот это вот, можно полностью ее забить до 5. Ясно. Так, ну что же, давайте тогда... Ах, у нас залката. Вот беда, к нам снова заявились клыки смерти. Это те самые придурки, которые разгромили наше старое додзе. На этот раз мы готовы дать им отпор, касайся налетчиков, чтобы атаковать их. А где они? Ага. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, ребята. Отдыхаем, блин, их тут слишком много. Так, мои ребята-то будут с ним драться, нет? Походу не буду, да? Только я буду с ними драться. Мы их уделали, но они вернутся. Клыки смерти не имеют представления о чести. Ха, мини-маркет рейдов, результат, победа. Так, получили чего-то 50. Хм. Если ты продолжишь улучшать додзе, мы одержим победу. Продолжай улучшать свои залы, чтобы наносить врагам больше урона. Слухи о тебе расходятся быстро. Кое-кто хочет присоединиться к твоему додзе. Так. Получено ЦИ 50. И забираем с вами деревянный, ребят, сундук. Ага. И... Ханбургер! Ха-ха-ха! Новый мастер, ребята. Это вам не шуточки. Так. Сколько? 1 миллион 200 тысяч голды? Спасибо. Это Ханбургер. Он настоящий мастер. Мастера владеют боевыми искусствами и обладают особыми навыками. Интересно, какими он навыками обладает? Поедать бутерброды? Тебе следует назначить Хана в одну из комнат. Ага, зал спаррингов. Ну-ка, давай. Так, нарезает лук, заставляя врагов проливать слезы. Ребят, ну он, по-моему, действительно мастер поедать гамбургеры. Назначить. Так, назад. Новые мастера усиливают наши додзе. Мастера помогут защитить додзе от тех, кто осмелился на нас напасть. Так, я понял, ребята. А его, интересно, самого можно прокачивать, нет? Нельзя, видимо. Так, давай-ка я попробую, ребят, вот эту вот комнату. У меня получится прокачать полностью? Я имею в виду, денег не хватит, нет? Так, 4. И последнюю, ребят, 5-ю. Не хватает. Офигеть. Так, тут у нас какой-то списочек. Но он пока пуст. Ай, что там пропустил, ребята? Посмотрим, как наш новый мастер покажет себя в бою. А, она, видимо, говорила, что на нас опять идет налет. Так, ну что, будем сейчас смотреть, наверное, как будет мой мастер их колбасить. Если он, конечно, и будет колбасить. Ну-ка. Хоу. Йо-хоу. Ну, смотрите, ребята. Парень-то не шутит. Отлично справляется. А мы с вами получаем... Опачки. Красотка Джейн. Ханбургер. Мы его можем, ребята, повысить. Да, видимо, уровня второго. Воу. Клыки смерти движутся с устрашающей скоростью, но Хан точно выбирает момент для атаки. Наш мастер многому научился в этом бою. Давай повысим его уровень. Я как раз это и собирался делать. Так, Ханбургер. Повысить, конечно же. Повышай уровень мастеров, чтобы увеличить их силу. Теперь она будет еще яростнее бороться за честь компании. Угу. На посту мини-маркета, понятно. Так, ну у нас еще есть красотка Джейн. Тому, кто поцарапает ей лак, точно не поздоровится. Ха-ха-ха, по-богатому, ё-моё. Увеличивает прибыль в своей комнате на 250%. Оу, ребята, эту девочку нужно ставить, вы сами уже поняли куда. Естественно, в самую крышу. Сколько? 466 миллиарда нужно, чтобы открыть крышу? Нет, вы, наверное, пошутили. О, смотри. Залката. Хоп. Кибодачи. Зинкуцудачи.
Так, ладно, давай в раздевалку открываем. Чувак. Оп, еще и тырит, гаденыш. Подсматривает, и мало того, что и тырит еще. Тихо, тихо, враги что ли идут? По-моему, да. Да-да-да, именно у них какая музыка. Оу, их становится больше, ребята. Их становится. Но мой хан Бургер их наказывает по полной программе, ребят. По полной программе. Он даже шутить не любит, видите. Просто спокойненько взял и попивает свой коктейльчик. Йо-кламане, сэр мордобоец. Ну, меня просто балует сегодня, ребят. Просто балует. Кажется, у нас появились соседи. Давай их навестим. Соседи? Какие еще соседи? Здравствуй, друг мой. Вам нужно что-нибудь для Додзе? В моем магазине можно купить золото, алмазы, сундуки. У нас даже проводятся акции. Вам, как первому покупателю, я приготовил сундук, причем бесплатный. Вау, спасибо тебе, дорогуша. Серебряный какой-то. Оу, горе луковое мне достается. Ха-ха, новый редкий мастер. 169 миллионов, ребята. И 5 кристаллов. Хо-хоу. Вам повезло, друг мой. Вы нашли редкого мастера. Вы можете покупать у меня сундуки за алмазы. Возвращайтесь через несколько часов, чтобы снова получить бесплатный сундук. Удачного дня. Давай, родной. Так, смотрим, ребята. Мега стоит 200 алмазов. Гипер 600. И ультра 2000. 2000, это эпик просто, ребята. Это просто эпик. Ну, я даже боюсь представить, что в этом эпике может находиться. Спонсор Додзе. Так, 20% чи. Ага, это если подписаться. Ага, понял. И особая корона битвы вам будет доступна. Ага. Купить алмазики. Ну, цены, как всегда. Ой, а что, 44 рубля за 250? Ну, это нормуль, я считаю. Это нормуль. Так, ладно. Хорошо. Так, что там? Подписаться, подписаться. А подписка тоже платная или безопасная? А, да, ну только сколько, пока неизвестно. Но я пока не буду, ребят, кликать это дело. Так, ну что же у нас тут? Горе луковое. Плюс у нас сэр мордобоец. И я еще до сих пор, по-моему, красотку Джейн-то не поставил. Ядрёна вошь. Так, повысить я ее могу. Бьет прямо в цель. Смотрите, ребята, это лучница. А быстрая стрельба увеличивает урон касаний в своей комнате. Ага. Только в своей комнате. Вот оно что. Угу. Так, хорошо. Эту красавицу мы с вами поставим, пожалуй-ка, вот сюда. Ну-ка. Горе луковое, будешь у меня здесь стоять. Что это такое? Что еще? Что вы мне показываете? Нет, я не буду никого тут снимать. Пускай она здесь будет. Все. Я сказал, пускай будет здесь. Посмотрим, как быстро. А зачем нам смотреть? Они вначале должны уничтожить нам хана Гамбургера. После этого мы только сможем проверить, насколько быстро она стреляет. Короче, вот... мне хватает денег? Да, мне хватает, ребята, на комнату отдыха. Хо-хоу. Так, а зал медитации нет, к сожалению. Очень много. Тут 2,59 миллиарда. Ну, по крайней мере, в эту комнату я могу поставить уже красотку Джейн. Да, именно ее, потому что... она нам повышает прибыль. Так, а мы посмотрим. А за что у нас здесь вообще идут деньги, а? Где отдыхающий? Я вижу там одного ханорика, он там спит. И... подожди, подожди. Я понимаю, здесь... а, нет, идет, идет, ребята, потихонечку идет. 3,2 миллиарда буквально вот пройдет эта полочка. 3,2 миллиарда мы с вами получаем. Хорошо. Так, погодите-ка, погодите-ка. У нас еще... ядрить тебя на корень. Пошла атака. Только хотел поставить этого мужичка там, громовержца. Сейчас посмотрим, как он... оу, ребята. Они отнимают уже прилично здоровье. Ай-яй-яй-яй. Ладно, посмотрим, что будет, ребята, если он, например, погибнет.
Что это такое? Мини-босс? То есть это первая волна пройдена, и потом еще будет какой-то мини-босс? О-оу. Так, давай, деревяшка, открывайся. Так, 14 миллиардов мы с вами заработали. И это меня радует. А, смотрите-ка, здоровье потихонечку восстанавливается. А это уже хороший плюс. Погоди-ка. У меня побежали мурашки по спине. Должно быть, дедуля где-то рядом. Наверное, хочет с тобой поговорить. А мне нужно отлучиться по делам. А ты пока присмотри за Додзе, ладно? Я скоро вернусь. Ребята, а кто это внизу? Вон там он стоит. Ладно, тут показывают нам лотос. Так, Get Extra Chi. Просветление, ты получишь 220. Додзе будут полностью обновлены. Вы лишитесь всех комнат и золота, но сохраните мастеров и святыни. Осталось научить тебя еще одной вещи. Как обрести просветление и стать еще сильнее. Ци используются для покупки святынь, постоянных бонусов, которые действуют в этой жизни и во всех последующих. Просветление. Восхождение, улучшение. Плюс 12, рейд комнат плюс 28. Итого у нас 220. Энергии ци, я так понимаю, да? И сейчас у нас начинается уже, видимо, игра. Обучение закончилось на этом. Так. Ну, это я понял, да. Так, запас ци 220. У тебя получилось. Только настоящий верховный мастер Додзе способен достигнуть просветления и начать все сначала. Используй ци для покупок святынь, чтобы сделать свои Додзе еще сильнее. Так, святыни. Купить святыню. Новые святыни дают постоянный бонус вашим Додзе. Угу, понял. Новая святыня. Очки бесконечности. Узри незримое. Бонус. Так, в виде золота дохода в 16 раз, пока ты в игре. Ого. Эта святыня увеличивает поступление золота во время игры в 16 раз. Не забывай время от времени обретать просветление, чтобы получить энергию ци и купить новые святыни. Жизнь похожа на бег по кругу. Учись, обретай просветление и повторяй свой путь, пока твои додзе не станут лучшими. Вот так вот, ребята. Следующая святыня стоит 300. 300 очков, ребят. Так, ну... Ага, а эти-то ребята у меня остались. Ха-ха. Это круто. Так, зал спаррингов. Ну, тут у нас все за копейки. Поэтому открываем, естественно, все сразу же. Причем герои мои уже стоят в тех комнатах, где я их и поставил, в принципе. Так, слушайте, это же нормуль. Мы просто с вами получаем просветление. Естественно, просветление это делается, когда мы продаем свое додзе, ну, якобы, за энергию. То есть все свои вот эти вот наработки, что у нас были, да, мы их продаем. Получаем энергию. За энергию мы покупаем с вами, соответственно, вот эти вот реликвии. Просветление, блин. И у нас идут улучшения. Еще круче, еще круче, еще быстрее, еще лучше. И мы таким макаром с вами дойдем просто для до супер-пупер элитного додзе, которая будет просто здесь валить всех налево и направо. Но не забываем, что здесь еще что-то есть. Пока еще нам не открыто. Так, что он тут стоит? Оу! Ого! Спасибо, малой! Принес, видели, ребята, пиццы мне, деньжат подкинул. Круто. Так, ладно, давайте-ка мы дальше будем с вами потихонечку разбираться. Мне нужно еще поставить... Так, залката. Так, подожди, что там? Так, ага, а вот, ребята, рейд. Тут показано, через сколько. Через сколько? Через 50 секунд пойдет. Можно это дело ускорить за, опять же, алмазы. Но нам этого не надо делать, так ведь? Так. Все, я понял, эти ребята нам будут приносить деньги. Ну, деньги. Пицца это уже так, для красоты.
Так, ну-ка давай-ка мы вот с вами здесь улучшим. И я же все время хотел вот сюда поставить вот этого, сэр Мордобоец. Кто он вообще такой? Прошу на ринг, достопочтенный сэр-негодяй. Золотой джеб. Каждая его атака приносит сколько? Пол ляма? Да ты крутой чувак, ё-моё. Просто круч. Скруч Макдак, ё-моё. Конечно, ребята, пускай стоит в столовке, будет защищать столовую. То есть у каждого есть свои супер удары. И я понимаю так, ребята, когда они будут, наверное, повышать свой уровень. У нас первый уровень, да, есть там второй. То, соответственно, и ихние таланты тоже будут прокачиваться. Так, а здесь же мне надо поставить красотку Джейн. Да, родная. Пора. Пора тебе занять это место. Такая, да, с помадой, с зеркальцем, все дела. Так, что у нас? У нас идет X3, а тут-то что у нас такое? Забрать. Так, это мы получили с вами алмазики. И тут, ага, ежедневный вход. Что это такое? Обычный мастер. Ну-ка, давай-ка глянем, что нам здесь достанется. Вау, хамбургер! Ребят, я сейчас его буду просто апать. До умопомрачения, вот и все. Так, а следующий у меня будет через 14 минут. Это день второй. Так, тут еще тоже обычный мастер и редкий мастер. Ха, круто. Спасибо за такие приятные бонусы. Так, значит, что нам нужно... Так, подожди. Да, конечно, конечно же повышаем хамбургера. Тун-тун-тун-тун. Так, у него ХП, атака, естественно, увеличилась. И еще могу, да? Вообще круть. Так, будучи атакован, может восстановить... Ага, 71 и 70 ХП. Вот так вот, ребята. Здесь еще, я так понимаю, ребята... Оу! Оу, щит! Я-то думал, что у меня вот только мастера будут. Вот эти вот, ага, вы посмотрите. Диван Асана позволяет нанять 5 новых мастеров. Дальше идет стирка Дзюцо. Позволяет еще мастеров пятерых достать. И шаолинская пекарня. И еще 5 мастеров. А вот автододзе позволяет нанять 0 мастеров почему-то. И эксклюзивная версия, еще один додзе мастер. Так, заняться... Ой, заняться делом. Конечно же, занимаемся делом. Давай, хамбургер. Не подведи, братка. Не подведи честь нашего додзе. Красотуля ты моя. Ну-ка, давайте-ка смотреть, ребята, что нам здесь достанется. Так, ну, всего лишь 779 миллионов. Пустячки какие-то, да, ребят? Нет, на самом деле очень классно все. Слушайте, ну вот это-то что такое? Вот хочу... Будет оно открыто или нет? Обучение закончилось уже или нет? Так, раздевалка, естественно, ребят, раздевалку. Как же без раздевалки? И комната отдыха. Оу! Крутой мастер! Давай наймем мастера с огромным потенциалом. Так, новое. Золотой кулак. Получай золото еще быстрее с ее особой способностью. Ну, не с ее, а с его тогда, ребята. Вы также получите 250 алмазов. Оу, нанять. Я понял, ребята, это донатский персонаж. Позже. Все будет позже, ребята. Я, во-первых, не знаю вашу реакцию на эту игру. Захотите ли вы смотреть продолжение? А они мне уже подсовывают, как говорится, покупки. Так, ну что же, давай вот здесь вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот так вот. Мне еще нужен зал медитации. Потом будет только крыша, да? Хорошо. Так, когда там у нас следующие олухи-то пойдут? Эй, подожди. Эй, не забрал у них пиццу, ребята. Не забрал я у них пиццу. Заняться рейдом. Естественно, ребят, займемся рейдом. Ну, хан, давай. Хуча. Готов. Я готов. Еще один. Пошел отсюда.
Какие же мы молодцы. Да, ребята, это у нас волны. И на пятой волне пойдет мини-босс. Ну что, мы, наверное, с вами... Вау, красотка Джейн получает у меня ап. И получаем 37 миллиардов голды. Просто обалденные суммы денег. Вот бы в реале такие, а. Так, ну что ж, давайте улучшать нашу девочку. Она улучшается у нас вот здесь. Получает у меня она второй уровень. По-богатому. Да, мы по-другому не можем, ребята. Только по-богатому. Так. Ага, это у нас ящики. Это у нас додзе само. А это у нас... Угу, я понял. Ты получишь 113. Согласитесь, это мало. Для того, чтобы получить 300, нам нужно как минимум 230 просветления энергии ЦИ. Так что пока нам не выгодно продавать. Точнее, менять. Да, конечно же, менять. Так, ну что, могу? Могу, естественно. Зал медитации. Отлично. Сколько я получу? 3 триллиона? Офигеть. Так. Давай, давай, давай. Мне почему-то хочется назвать его не Хан Гамбургер, а Хан Соло, ё-моё. Оу, по-моему, он сейчас... Он, по-моему, отгребет у меня. Нет, 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 все-таки выстояли. Так, и мы получаем еще деревянный сундучок, а в нем у нас 14 триллионов голды лежало. Как раз для улучшения моей крыши, ребята. Да. А, нет, а, да, хватит, хватит. Помнишь, я говорила о своих делах? Это битва додзе. Это самое важное состязание, его организовал мой дедушка. Все додзе объединяются в кланы и состязаются друг с другом. Твоими противниками будут лучшие из лучших. Ах, вот оно что. Сейчас битва не проводится. Ребята, естественно, сейчас битва не проводится, потому что эта игра еще, грубо говоря, не вышла. Она только в сентябре появится. Но, по крайней мере, мне понятно, что это у нас будут соревнования между кланами. Додз, я имею в виду. То есть, у кого прокачанный лучше, мы, видимо, также будем нападать на них, вот как вот на нас рейды идут. Также и мы будем на них нападать и, соответственно, драться. Ну, в принципе, все отлично, все прекрасно, мне понятно. Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы с вами, наверное, на этом будем завершать наш ознакомительный ролик по этой игре. Если вам понравилось, то лайк. Если хотите дальше видеть продолжение, то опять же лайк и комментарии. Ну, а на этом все. Всем пока, ребята. И до новых встреч. Хотя, ребят, я хотел посмотреть босса, если честно. А ну-ка. Сейчас, по-моему, убьют у меня этого паренька. Ё-моё! Хан Гамбургер отдуплился. Давай, 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 давай. Ну, здесь-то им не пройти. Ха, отлично. Ух, забрать. Так, Хамбургер. Понятно. Слушайте, ребята, а мы можем с вами... Так, вылечить. Ну, давай, вылечим. Смотрите, что мы можем с вами сделать. Вот он, босс. Я и хотел посмотреть. Ё-моё, чё я улыблюсь-то? Надо бомбить было. Оу... Оу, еее, по-моему, ребята, по-моему, тут будет очень жестко. Хо-хо-хо. Ядрить тебя на корень. Давай, 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 давай. Ну. Черт подери. Так, ну что, громовержец боксер, давай, покажи. Да ну, брось ты, старый, да что ж ты так. Да нет, мы не можем так эпично проиграть. Ну, красавица, да ядрёна ты вож. Оу, а тут-то никого нету. Вся надежда на мои пальцы только, ребята. Но вряд ли у меня что-то получится с этим делом. Вряд ли. Нет, 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 нет. Нет, не надо идти наверх, пожалуйста. Да что же у меня такая атака-то нищебродская.
парень, скинь ее с крыши. Вот, ребята, я и посмотрел, блин. Она взяла у меня, прикинь, просто бабки отняла. Ядрить тебя на... Нас ободрали на 14 триллионов. Обалдеть, блин. Вот так вот, ребята. Через 2 минуты оживиться, через минуту можно, конечно, это все и за кристаллы, ребята, сделать. Ну что же, я посмотрел, мне понравилось. Не знаю, как вам, ребята, буду ждать от вас комментариев. Так что всем пока и удачи!